щелкает. Сразу два происшествия. Ходи. А то будет третье. Разверни кольцо, покажи, как нужно профессионально его протереть. Вот. Насколько... Ай, блин. Можно. Осторожно. Я уже палец один перерезал. Красота. Вот такой вот плохую резину выпускает. Какая у нас компания? Хун-Хох. Это фильм такой был же. Да. Хун-Хох, как помнишь там? Негры какой-то. Берем кубую. Надеюсь, больше не понадобится. Кляпа. Кляп не будет. Кляп. А кто у нас тут много болтает? Выкинем, да? Давай. Бумажечку ставить, ее ставить. Поздно. Поиск клада. Там же пальцы. Дима пытается выкопать. Смотрел? Черенки этих, луковички, понимаешь, орхидных. Там пальцы смотрел тоже? Это мы так реагируем на просьбу Виктора, ну, нежелательно оставить бампер здесь.
Комар. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Съемку. Дубль один. Задавил! Отлично. Мы там не видели оленя. А он сейчас будет? Или еще ты не можешь говорить? Да. Ему ехали, не было столько воды. Или я спал? Не спал. Мы просто не по воде с краю уехали. Да? На это супер жизнь мы едем. Да? Вот, да, налево там. Да, я его не вижу. Вот, подожди. Не, 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 один у нас. А там мы уже были, там не деревья. Ну я же говорил задом, было бы все по-другому. Было бы все по-другому. Все. Всем добро. Пить, ну видишь? Распыть. Ставился. Так, а как он теперь? Разворачивается, как он. Thank you.
много такие нюансы. Мы где-то здесь мы уже ехали без бампера, получается, да? Без заднего, переднего. Но мы выехали. Пешком. Я это все хотел пешком пойти. Смотри, она отсыпана основательно, сама дорога, да? Гляди, еще щебень такой. На следующий год уже сюда не попадешь. Ты видишь, как символично? Символично. На следующий год, возможно, уже никто сюда не попадет. Но через 2 года сюда будет скоростная трасса. На карьер. Миллион тонн камней. Вот это, да? Цемента можно сделать. О-о-о. Смотри, он еще и бухает. Лампа Аладдина. Лампа была. Видишь, вот это, дороги. Вот просеки такие, да? Это вот по ним нам придется ползти? Не, они заросли. Ну, мы по одной будем подниматься сначала. Я тоже буду собираться. Ну, давайте, чуть выше. Мы, ты как-то так, это самое... А? А, уверенно говоришь, что это мы. Мы подождем внизу. Дадим тебе фору. Ты человек. Реально. Профессионал. Помощники зачем, конечно. Ты что? Два якоря сзади там что-то там. Я считаю, нужно как-то... Ну, каждый должен заниматься своим делом. Мы тебе доставили. Что? Дальше на пещеру. Мы тебе фору дадим. То есть, если до этого мы считали, что на час тебя отпустим, дадим тебе 2. Через 2 часа мы... Жень, они тебя доставят. Мы уезжаем. Они вот только отсвели.
Да, прям пусть так, а там. Надо камушков таких набрать, да? Чуть-чуть. Ну, я думаю, это в Японии известняк есть. Конечно. Не проблем. Чуть-чуть возьмем. Немного. Я обратно. Там. И чабреца сейчас наберем, и все, и вниз. Какое большое объявление. В принципе. Нельзя ничего не трогать, строить, белить, красить. Солнце-то еще высоко. Японский садик делаем. Будем делать экипаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Куда ты ходил? Не надо ее. А? Тебя? Не-не-не, я и складываю. Это хочу выражу, они легкие. Друг на дружку положим сейчас мешок. Мы взяли меньше, чем друг ботаники. И пол машины, помню, загрузили. Впервые сегодня в жизни мы узнали, что такое ботаник. Ботаник. Вместе мента и бандиты. У которого по поведению какой было, а? А? Зачем тебе его ужасом? Ты такой главный храняк. Сейчас музыка должна такая, наложишь сам. Едем сами.
Джонни Тронто, даже памперсы. Чили, 11 сентября 1973 года. По всей стране уже лилась кровь патриотов. Фашисты вели прицельный огонь по резиденции законного правительства Чили, а над большими и малыми городами страны, над медными рудниками и селитренными копьями звучал гордый призыв к единству, которое сделает народ непобедимым.
песня была прервана автоматными очередями пособников хунты, ворвавшихся на радиостанцию «Магальянс». Oh!
la molina no voy más, porque dan azote sin cesar. A la molina no voy más, porque dan azote sin cesar. Да мы их проветривали, останавливали. Тоже, да? Угу. На кладбище. Посадите, да? Пересадите. Вперед. Сейчас, потом приедем.